ребят, какой бань, блядь? Да руки. Или ботинки. Да, я продал его. А я ботишку взял. И тогда ботинки. Да, я батю на говно не бери, я на нем пройти не мог. Он одержимый. Ботишка сегодня одержимый. Да нормально там проходит. Я этот момент вообще на ботишке на изи прошел. Я не знаю, что он там застрял. Непонятно. Все готовы, дети? О, мне уже нравится. Мне уже нравится. Сейчас такие шмяк-шмяк об стену. А, нет? Да ладно. Да. Ну, это легко. Да. Мотоцикл чей-то валяется. Серьезно? Заебись, бля. Заборчик не перепрыгивается. Да какого хрена? Ну, там попасть надо, Артём. Ух, как прикольно. А там глайд или нет? Не знаю. А, ну чуть-чуть я подгладил. Похоже, да, на то, еще не вылетать. Я чуть-чуть подгладил. Ай. Немножко. Ай, не туда, не туда, не в ту дыру, да, не в ту дверь. Нормально. Хера себе, у меня катапульта сработала. Эй, тормоза, где? Где тормоза, турист? Турист, где тормоза? Перелет. Так, надо скорость подобрать еще, да? Почти. Да. Че он не прыгает? Блин, мало. Да, то много, то мало, короче. Маловато будет. О, опять поперли. Да куда ты, что ты, ну как? Серьезно? Да, блин. В смысле? По нагонках играть это нереально. В смысле, что, не взял чекпоинта, Хан? Нет, прикинь. Так. Своим ушам не. Зря везенчик так разогнался. О, как тут круто дальше. Вообще зашибись. Обмотать. Стенку убивали, что-то как-то скучно. Соберись. Ой, я этим не занимался, наверное, месяца три. Вот самое время. Самое время начинать. Самое, да. Да блин, а как? Там впереди капец пузырь. Блин, да, тут прикольный прыжок, только я хотел загладить до чекпоинта, но не получилось. Что-то пошло не так. Так, ты уже взял? Кто? Ага. Ура, я взял первый чекпоинт. Ты читер. Ай-яй-яй-яй. Нет, все нормально. Давай, да блин. Да все нормально, читер. Подумай. Вообще читер. Не, прыжок классный, конечно, да. Вот тут, кстати, с пятеркой нет, надо прям блин. Четко. Чем во всей иронии судьбы кто-то говорит, что там классно, я не могу даже до первого чекпоинта долететь. Ай, нет, ну за а что? А вот так бывает, когда бросаешь тренировки. Я не догладил. Бывает. Ну, давай.
Есть, взял. Ничего-то. Взял. Блин, вот здесь батюшка. Чё, куда надо? Запрыгнуть. Внутрь? Угу. Да, да вообще легко. А, да, блин, нет, ну почему? Серьезно. Запел. Пиздец. Вообще просто. Там-то хан, там скорость надо. Да, блин. Да. Тоже Тахан затормозил там, да? Я взял точку. А там скорость нужна. Там скорость нужна. Ребят, чувак взял первый чекпоинт, что поздравить. Молодец, молодец. Вообще красавчик. Расскажите о перспективах на шуму, шуму. Перспективы плачевные, если будет. Ой, прилетел. Да блин, я газу много даю. Скатился турист. Турист скатился, ребята, все. Отпитывать? Да как, ну почему, блин? Все, я не могу теперь тут запрыгнуть, Тахан, прикинь. С первого раза получилось, и дальше все, никак. Это... Да ну прыгай, че? Че он не прыгает-то? Давай, давай, лети, лети, лепесток. Ну, сука, разбился. Прикинь. Ты видел, Тахан, как я плюхнулся? Нет, я сам в этот момент купался. Значит, этот спирит там стоял. Да, Таха, как туда запрыгнуть на первый трамплин? Дыбы поднять и отпустить перед стенкой. Там не нужно ничего, просто дыбы поднять и отпустить. Я здесь. Я это сделал. Да, сука, я смог. Ай-яй-яй. Красавчик. Бульк. Это больше звучало как недовольствие. Ребят, на борьбе не слышно никак. Вот сейчас слышно тебя. А до этого не слышно было. Просто. Как залететь на крышу, над крышей дома чекпоинт? Да, я уже не помню. Зачем здесь ты, травочка? А? С крыши имеешь в виду, чтобы залететь на синенькую душку? Нет, уже в вагончике в этом раздолбанном. На нем подпрыгнуть. Серьезно, ну как надо разогнаться. А, ну я боялась, что там разобьюсь об крышу. Есть! Да нет. Останавливался, Тахан. Попробовал. Нельзя там без остановки. Это там гладит, да, надо получается на трамплине. Угу. Да блин, мимо. Офигеть! Сука. Ну да, тут надо попасть. Я так понял, Ирина приехала туда, где в небо взлетаешь, нужно приземлиться и еще раз взлететь, да? Ага. Ну там не сложно. Ты своим интересуешь. Это что, микродобы нужно, что ли? Чтобы супер загнаться перед этим синим забором. Ой, здесь впереди вас ждет. Взял, взял. Взял. Стоп. Смотри, что тебя ждет. Тоже взял. Давай, я спин проток. Ай! Бульк. Короче, во второй внутрь надо, во второй надо внутрь. И причем в первый наверх не надо запрыгнуть, походу. Да, да, первый наверх, с него на второй внутрь. Во второй внутрь. Эх. Слышь, Таха, как там, короче, такие две коробки, из этих коробок состоит трамплин, и надо залететь на крышу. Глади, да получается надо? Скорее всего. Да. Бля. Да, ёлки. Серьезно? Ай, нет. Блин. Сложно. Ну, так себе сложно. Сложно. Не особо. Я бы не сказал, что прям капец как сложно.
Сложно это, когда полтора часа на одном чекпоинте сидишь. Вот это сложно. Как я как-то... Чекпоинт? Синий стеной. Причем чекпоинт первый. Да. Нет, самое обидное, когда второй. Ты сейчас меня догонишь, увидишь, что здесь будет. Или, может, у тебя лучше получится. Так. Попробую останавливаясь. А, нет, походу. Блин, не хватает чуть-чуть. Как наверх? Да запрыгиваешь. Да легко. Ай, блин. Вот дальше непонятно, как там прицеливаться, блин, на скорости. Вообще жесть. Мимо. Блин, эти волны бесят. А там остановиться нельзя. Ай, блин. Серьезно, я в воду сейчас упал и, блин, остановиться, но у меня не получилось с остановкой допрыгнуть. Так, Эрин, когда долетишь, лучше не останавливаться. Блин, серьезно? Я как бы... Да мне бы туда хоть попасть. Я разбиваюсь об этот контейнер, либо мимо. Тут не хватит, мне кажется, разгона, чтобы возводить. Я пытался это, прям... Типа кусок автобуса в воздухе висит. Да как вы тут отправили? Да. Я, блядь, один раз только запрыгнул нормально. То перелетаю, то не долетаю. Да, там нельзя останавливаться вообще. Вообще. Ну я вот про то же, что, блин, сложно. Ай, я один раз запрыгнул только в этот контейнер, но там волны были, и я утонул. Во, добро пожаловать. А, ты нарушил? Ничего тут сложно? Ну, я на байке просто. Может, тебя лучше получится. Более прогрессивно. Слышь, Стаха, такой вопрос на новые мотоциклы не подходят? Да, серьезно? Подходят. Который вездеходный. Который вездеходный, да. BF-400. Вот типа подходит. Чопера. Нет, не типа чопера. Не так работает. О, есть, попал внутрь. Внутрь. Только не волны. Стой. Да ну прикалываетесь. Да, я это сделал. Что, простым баком? Я это сделал. Я пока не пойму, то ли передний полет. И так не будет. Ай, блин. Слушайте, после двойного глайда этого с этим синим забором в контейнер попасть, тут как? Простой бак? Товарищ эксперт. Я что-то забыл уже. Забыл что-то. Ну да, просто контролом не отпускаешь куда-то. Ай, почти. Ай, утонул. Кто утонул? Я утонул. Кто турист? Я турист. Кто молодец? Я молодец. Блин, волны вообще жесткие. Да вообще не дождешься ни от кого. Жесть просто. Ужас. Капец, батишка там взлетает. Тут на лозике мучает. Мучается он на руфике. Это говорит человек, который на акуме паркур проходит. Псих. Ну, это же. Ребят, вы видели, что тут... Давайте, хотя сердце у нас страдает больше. Еее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 ee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 
Это что за волны тут, блин? Прошла? Да. Жаль, да, просто контур. Ай, блин! Да. Ну, поднимала дыбы и на опускающихся об стенку. Как-то чего как? Ой, тут еще и колесики. Гладь,
делать, капец. Да, это сложно. Булька. Да как поменять двойное колесо? Колесико. Ты чё меня догнал? Ну там, где на контейнер надо присоединиться и дальше сразу. Да. Блин, я помахнул. Сам догнал вообще. Я сейчас стараюсь. Это ещё легко, главное. Ты прекращай стараться. Колесики, значит. Кто сказал, что это легко? Я сказал. Покажите его. Что за хит тогда? Ну это да, есть такое дело. И это как бы не секрет. А, серьезно? Пиздец, ты видел? Блин, как я почти проехал. Да. В конце усыпался просто. Меня просто столкнуло колесом, короче. Так, впереди опять мазов из мажа. Лол, я затормозил. Так. Ну эти тоненькие, ты уже знаешь, так, тахан, на изи все. Для нас. Ну да, на дебахан лучше шикарно двигаться. Да, я без дебов так прохожу просто медленно. Везинчик вышел, что ли? Да, давно уже. Слабак. Может выкинул, тут выкидывает часто. Ай-яй-яй. Блин. Не допрыг. На спрайтах. А, и на краешек прямо. О, финиш. Это дурацкого. Ё-моё! Только туда... А, по деревьям, походу, надо. О, по деревьям? Серьезно? Ну да, по деревьям. Ух, ни хера не видно, блядь, вообще. Вообще ни хера не видно. А тут на контейнер? Пипец. Ебучий, прям за отсюда вода летит. Запрыгнут на маленький фургончик. Ребят, как на контейнер запрыгнуть? Не ждите, ребят, сейчас вот. Вот я такие же. Да, сейчас мы в наблюдение зайдем и посмотрим. Капец, это ж... Все, брат? Тахан, я перепрыгнул. Как? Сбоку просто. Ты че? Загладил. Теперь только по бочине я надо проехаться до финиша. Чтоб не столкнуло. А, блин, нет, столкнуло. Поспешил. Просто по боковой стенке, короче, и туда приземлился вот на с той стороны, короче, платформы, то есть, ну, за бортиком. Да, попробуем. Там еще какая-то штука плавающая. Да что это за жесть? Ай, блин, Тахан, мотоцикл. Мой мотик, да? Да. Это я с другой стороны буду прыгать. Здесь надо просто на скорости все пройти. Сначала вверх, потом внутрь. Да, да, взял! Ура, блин! А там внутри еще трамплин того контейнера. Всё. А думал, поверху надо было. Есть. Нет, поверху. Ты красавчик, я красавчик. Здесь самый красавчик, парни, да вы издеваетесь. Финишируешь, расслабься, блядь. Прошло 40 часов. Какое облегчение, блин. Не, мне понравилось. Особенно то, не-не-не, сейчас я успею, сейчас я успею. Давай, давай, да, там быстро. Вон новые гонки попроходим. Не, я все, ребят, я спать. Что-то вы слабее. Сегодня знаешь, хватит. Самое забавное, да? На работу завтра. Как же смонтировать, выложить? Да не, сегодня нет. Я так хотел до финиша доехать. О, отметил. Хороший паркур, мне понравился. Да, прикольный. Чё, да?